Тема семьи отражалась тем или иным образом в каждом из сюжетов картин. Все они были написаны выпускниками детской школы изобразительных искусств имени Александра Алонцева. Молодые художники передали на холсте свое видение семейного очага. Мать с ребенком на руках, счастливые родительские объятия, дети, оберегающие сон и покой самого дорогого человека. Задумки ребят глубокие, воплощение их реалистично. В кругу семьи рождается душа. Тема была выбрана не случайно. Общечеловеческие ценности – то, над чем задумывается каждый. Подросток видит это по-своему. В очередной раз убедились педагоги художественной школы. Не возникло никаких сомнений и у гостей после просмотра выставки. Здесь вот у нас была тема семьи. То есть семья, что она дает ребенку, а что ребенок может потерять, если семья не дружная, если семья не работает, если семья для ребенка ничего не делает. Родители иногда не успевают ребенка обнять, не успевают поцеловать, не успевают с ним поговорить. И мы вот своим детям дали такую тему, вот подумайте, вот как бы вы хотели, или как у вас есть, или в ваших мечтах. И вот родилась такая выставка. Не отошли от темы и студенты музыкального колледжа. Они представили публике несколько концертных номеров. Произведения на рояле, скрипке, гитаре, выступления ансамблей. В музыкальную палитру вечера были вплетены стихотворные строки, притчи и проза. На творческой встрече было немало сказано о роли семьи в жизни человека, о любви и взаимопонимании в ней. Тема мероприятия близка каждому. Музыканты выразили чувства посредством своего инструмента, художники – с помощью кисти и холста. Семья – это взаимопонимание, это любовь друг к другу. Благодаря своим родным и близким, они нам помогают во всем, поддерживают. Это очень важно. Проведение совместного мероприятия в кругу семьи рождается душа, где своими мыслями обмениваются и художники, и музыканты в новинку. Но организаторы творческой встречи убеждены, им положено отличное начало. Впереди немало общих задумок.